Тёма Лаваф, мое почтение, спасибо большое за дано. Артём Полукруг, продолжаем слушать. И группа Ботва. Звучит весьма нормально, так весьма неплохо. Хэта многовато. Тебя на воль повстречал, и как понравилась ты мне. Хороший звук. Я стал. Сам себя не узнавал, перед тобою козырял, и о любви базар вокзал. Ты улыбалась мне в ответ. Так, сейчас лаг стрима был, ну, вроде все нормально остановилось. Сияли хитрые глаза, и чтобы баловать тебя, я вспомнил прошлое свое, как завязал, так развязал. Баба довела до цугундера. Я забыл, что такое цугундер, если честно. А я об этом никому не скажу. Да потому что не пойму. Чуть не начал на этой клавиатуре печатать, да, ребята. Да потому что засну. Прости, прощай, авторитет и уважения больше нет, а мне. Блин, сидеть... короче, я понял, надо мне выпустить просто шансон-альбом наконец уже. Вот. Там он будет. Курю с начальником, с начальником, с начальником. Еще 5 лет. С начальником, с руководителем, водителем рукой. Все, я прям шансон, 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 шансонистый шансон. Тебя на зоне вспоминал, когда с братвой баландурил. Будет, проект будет называться «Тоха треугольник». «Тоха треугольник» — это русский Михаил Круг, ребят. Как очарованный тобой, ради тебя надел он дел, разочарованный присел. Ну а чё, это не так, что? Когда откинусь, зарекусь, что на тебя не поведу. Тоха треугольник, русский Михаил Круг. Давно пора бы перестать на эти грабли наступать, и так уже не дать, не взять. Блин, это уже... Баба довела до цугундера. А я об этом никому не скажу. Бля, сейчас. Да потому что не поймут. Да потому что засмеют. Прости, прощай, авторитет. Ребят, смотри, а мой браток. Сейчас, я вам спою такую песню. Вот. Но там я не допою одно слово, вы уж там сами думаете. А мой браток сидит за дело криминальное, все потому что он поддержал. Вот, ну, в общем, да, да. Вот это не могу выпустить по некоторым причинам. Значит, Тоха треугольник, да. Ради одного псевдонима уже хочется альбом выпустить. Попытка, но типа очень странный момент в этой песне. Звучал как просто что-то попытка как-то клево заломать, но в итоге, которая скорее всего не вышла из-за того, что в программе типа хрен нарисуешь. Нет, а мне... вот это. То есть оно все не в попад, одно в другое. Все-таки не как идея такая звучит, а как... Здесь получше, здесь соло говнисто немного. Баба довела до цугундера, а я об этом никому не скажу. Да потому что не поймут, да потому что засмеют. Прости, прощай, авторитет и уважения больше нет, а мне сидеть еще 5 лет. Такая история. Спасибо большое, Тёма Лабаф. Ну, собственно, желаю успехов.
шансон, видимо, так сказать, сейчас будет в моду входить. Вот, так что успех, думаю, может быть неминуемым, если прислушиваться к советам легендарного Моисея Великенова.